Бути успішним і щасливим – це те, чого прагнуть багато людей. Статус успішної людини неминуче пов'язаний із красивими та рівними зубами. Як зробити так, щоб усмішка притягувала? Як перестати боротися зі своїми комплексами та почати посміхатися широко, не соромлячись? Саме про це ми поговоримо на дивані з лікарем-стоматологом Ігорем Меладзе. Ігор! Доброго дня. До мене. Вітаю тебе. Неймовірно радий бачити. Довго хотів тебе запросити. Це відбулося. Є, сідай, будь ласка. Бачу, настрій в тебе 100% заряджений. Так? Ну, звісно, а як по-другому? Ти вперше в такій студії? Да, это я говорю, я как сегодня говорил, что я вспомнил сериал «Утреннее шоу». Блін, вот тут практически так же. Так, це магія телебачення. У нас з тобою попереду майже 20 хвилин спілкування, і є пропозиція вже традиційно для дивану подивитися невеличке прев'ю, а вже потім поспілкуватися. Согласен. Ти ще його не бачив? Ні. Я також. Тож подивимось разом. Друзі, увага на екран. Ігор Меладзе – лікар-стоматолог. Закінчив Дніпропетровську медакадемію у 2009 році. Далі були майже 8 років інтернатури, клінічної ординатури, аспірантури та захисту кандидатської дисертації. Період 2019-2020 років Ігор називає переламним моментом у професійному житті. Він розпочав приватну практику та відкрив власний проєкт. Ігор Меладзе має всі спеціалізації із стоматології, але зараз у нього команда вузькопрофільних спеціалістів. Ігор розвивається та вдосконалюється в ортопедичній стоматології. А це естетика посмішки, функціональність прикусу. Ігор не тільки лікар, який любить свою роботу. Він захоплений спортом, любить готувати і є прихильником активного дозвілля. Ти дуже сконцентровано дивився. Так, ну я ж перший раз, було дуже класно. Я також, просто хотів запитати, ну як, нормально? Я думав, не закінчиться. І вже 20 хвилин будемо спостерігати, адже там багато було матеріалу і багато про тебе можна розповідати, адже є про що поговорити, але давай наживо в рамках нашого ефіру розпочнемо про стоматологію. Так? Адже час, минає... Щорічно, там навіть мені здається, щомісяця з'являються якісь нові тренди та тенденції в стоматології. Тому цікаво мені дізнатися про сучасну стоматологію та чим вона відрізняється від тієї, що була там, можливо, 5-10 років тому. Ой, это колоссальное изменение. То есть мы, да, наверное, как вы говорите, ежемесячно, но если мы возьмем десятилетний, ну, отрезок 10 лет, я скажу, что... Вот мы с какого-то каменного века попали в мир цифровых технологий. Вот по-другому не скажешь, потому что сейчас, да, есть золотые стандарты, которыми мы пользуемся, которые уже давно как бы известны. Но то, что позволяет сейчас сделать цифровая стоматология, это вау-эффект, который работает. Это не просто вот компьютер, который тебе... Мы можем смоделировать, сделать сканы лица, все это перенести, все это подвигать, попробовать, нажать, распечатать, и у тебя уже есть готовая работа. То есть человеческий фактор нужен. Руки и все, что handmade, это, конечно, но этот автоматизм, как маленький искусственный интеллект, который помогает нам сделать. Сказал бы кто-то, будет такое 10 лет назад, я бы не поверил. А зараз це є реальність. Да, это каждодневная наша работа. Слухай, я знаю, що є ж в тебе клініка. Не маю, на жаль, змоги назвати, як саме називається, але знаю, що в назві присутнє твоє прізвище. Приблизно так. Тому цікаво дізнатися, які послуги ви надаєте щодо стоматології, можливо, якоїсь певної спеціалізації. У нас весь спектр стоматологических услуг. На данном этапе у нас нет детского стоматолога, который занимается лечением детей. Потому что это должен быть тот человек, который любит свою работу, заряжен, и он... Ну, дети — это для него что-то особенное. Как бы, поэтому все остальное мы делаем. То, что я считаю, наверное, особенным, это мир цифровой ортопедии, мир цифровой ортодонтии. То есть это планирование сложных кейсов, которых нельзя разрулить одному, только команда. Даже, как бы я этого не стесняюсь, есть моменты, когда мы приглашаем докторов с Киева или с Днепропетровска на узкие моменты, которые... Они лучшие в этом, почему нет? Поэтому узкая специализация по каждому моменту и по каждой как бы отрасли. Вот та же терапевтическая часть работы, которая вроде бы ничего, но сделать художественную реставрацию, врач совсем по-другому на это смотрит.
Поэтому вот эта узкость, направленность, это есть, наверное, особенность. Как бы вот каждой... То есть я бы не могу разделить в одну это все, но это узко направлено и с каким-то таким индивидуальным подходом. Ти казав про команду. Зараз скільки людей в команді, та хто за що відповідає, та за що відповідаєш саме ти? Нас 14 чоловік. 14. Да. Как бы есть я. Вот, я отвечаю за, уже за, практически только за ортопедическую часть работы, за управление, за создание, за идею, за все первичные консультации практически провожу я, общие, там есть отдельно, конечно, ортодонтические, как бы немножко терапевтических, если пациент знает, с чем он приходит, но, как правило, это все проходит. Мы делаем как бы большой фотосет, то есть мы, пациенты многие, ну, зачем, я тут пломбочку поставить хочу, вы мне тут сфотографируете портреты, лицо. Я вам объясняю важность этого момента, важность для диагностики. Даже если вы не будете у нас лечиться, я покажу полностью, что мы хотим вам сделать или не хотим сделать. Ну, ваше состояние здоровья, вашей полости рта. Вы можете выбрать другой метод, если вам этот не понравился. Ну, вот, и получается, как бы, это, ну, наверное, моя основная задача. Дальше идет, у нас есть врач-ортодонт, врач-терапевт, ортодонтист, гигиенист отдельно, который занимается только этим. Также команда ассистентов, вот, администраторов, человек, который занимается стерилизацией инструмента, он только этим, все, вот это он тоже с высшим образованием, все это. Ну вот мы пришли к тому, что нам нужен человек, который вот мы этим дорожим, тем, чтобы было все максимально стерильно. И конечно же, санитарочка, которая отвечает за уборку и убирает. Администраторы разруливают разные сложные, как бы, принимают звонки, сложные какие-то вот пациенты, то есть общение с пациентом, то есть выходя с кресла, получает только от администратора, потому что она должна быть на связи, телефон 24/7 в кармане. Ну, а что до графика вашей работы, мне интересно. 24/7. Вчера я вышел в 9:30, позавчера я вышел в 20, по-моему, 2:55, но так не всегда, естественно. Да, клиника работает с 9 до 7. Но все индивидуально. Приезжают пациенты за границей. Она говорит, у меня есть неделя, она заранее, мы проговариваем, какой объем мы должны сделать. Пациент с одного кресла, с одного специалиста пересаживается в другое, может приехать третий, потом к третьему, потому что у нас очень узкие сроки. Ну, так бывает. Слушайте, ну вы працюете там неймовірно, мне здається, продуктивно. Слушайте, я хотел запитати щодо того обладнання, яке було під час нашого прев'ю, адже воно, мені здається, ну, по-перше, сучасне, по-друге, якісне. І чи це є маркером, який, можливо, десь для кого буде таким маркер, буде тригером, щоб до вас звернутися, і, можливо, це буде показником якості тих послуг, що ви надаєте? Ніколи. Ні? Оборудование имеет значение, факт. Работать на старом, это, ну, как-то будем говорить, или вышедшем с актуальности, ну, это, наверное, не уважать себя, ну, мы должны работать в максимально комфортных условиях. Но все зависит, как я всем своим, своей команде, все, вот от этого и от рук. То есть все, то есть тут есть, как бы, вот момент хендмейда, который не может заменить любое оборудование. Даже на старом микроскопе можно сделать нереально крутой эндодонтический кейс. Да, не так комфортно для оператора, то есть оператор прежде всего, как бы, поэтому, как бы, да, там еще у нас появилось еще много нового оборудования, как бы, с того момента, но оно только помогает нам сделать что-то. Но делаем-то мы, поэтому оператор – это самая важная составляющая. Зрозумів. Давайте про вас особисто. Адже ви про посмішку, про прикус – це ортодонтія, так? Да. Прикус – это только ортодонтия. Хотя мы, как ортопеды, можем немножко им помочь, но если мы говорим о комплексном подходе, практически каждая работа, каждый кейс в той или иной степени сложности должен иметь для идеального результата и малоинвазивного для пациента, должен иметь ортодонтическое лечение. У кого-то месяца 3-4, у кого-то 2-3 года. И только потом врач-ортопед. Сейчас вот такой, за последние полгода мы могли сделать, ну, наверное, на 30-40, как голливудских белоснежных, хотя я не сторонник этих всех лечей, улыбок. Но они практически все ушли на ортодонтическое лечение, потому что добиться результата, которого, от которого будет кайфовать не только пациент, но и доктор от этого, можно только в командной работе ортодонт, ортопед, терапевт, понятно, как бы это совместно. Поэтому прикус – это, наверное, снова же ортопед, ортодонт, терапевт, команда. Ну а прикус – це виключно косметичная история? Я люблю такое, есть такая косметическая ортодонтия, мы ее называем, подровнять, подправить.
Перекус — это функция. Это основа функции, которая зависит от скелетного роста, то есть от особенностей развития пациента физиологических. И это ортодонтия, прежде всего, это улучшение функций. И вторично, я уже, как это мое личное мнение, эстетики. А вот много эстетических ортодонтов, которые никогда не занимаются функцией, подправил, а как оно там смыкается? Ровненько, заборчик ровненький. Вот по-другому не могу сказать, потому что это тоже в кавычках. Просто видлаза, заборчик ровненький. Не, нормально, нормально. Как бы, да, максимально. Ми ж для людей, ми ж только так. Ми навіть так. Слухайте, ну якщо все-таки ми про посмішку, про прикус, про якусь голівудську ту саму, так, історію, брекети. Це ж, мені здається, невід'ємна частина. Чи є якісь альтернативи? Естественно, на мене посмотрите. Вот так, все. Так, ні, Влад. Та нормально, там всі вже побачили. Да, потому что, как бы, снова, я не носил брекета в детстве. У меня были небольшие, так будем говорить, моменты, но... Как мы мужчины, как бы чуть красивее обезьян, как я говорю, нам и так нормально, можно и так ходить. Но у меня начались проблемы с суставом, у меня начались боли, у меня начали стираться зубы, мы сделали диагностику, все это провели и поняли, что у меня есть дисфункция, которую можно исправить только брекетом, ортодонтически. Вторично, да, потом это все зафиксировать на керамических накладках, как бы, чтобы добиться стабильного результата. Вот, кстати, мои брекеты, первые брекеты криомроги, которые наклеены полностью в цифровом протоколе и спланированы. Это была первая работа нашей Евгении Вадимовны, это, блин, такой был маленький космос. Привет, и передаю. Ну, а давайте так, то, что будет цікаво особисто мне, особисто всем нашим, я впевнений, глядачам, брекеты, это боляче, это дискомфорт, это якось впливає на розмову? На разговор я бы не сказал. На разговор влияет аппараты временные, которые используются для расширения, пластинки, которые, ну, мы считаем, что эффективность очень много ортодонтов, которые как бы с большим мировым именем считают, что ортодонтическое лечение эффективно только на несъемных аппаратах, которого нельзя снять, то есть постоянно идет процесс. Брекетами мы нормально разговариваем, нет никаких моментов. Больно. Ну, я бы сказал, как будто ты потренировался в зале, у тебя есть крепатурка. Вот такая боль в первое, то есть после визита, когда тебе снова же только меняют дуги, то есть в этот момент может быть какая-то боль, ну снова же вот такого характера, то есть это не то, что болеть не могу. То есть, как бы, ну, в ортодонте есть и микроимпланты, которые ставятся и установлены хирургически. Вот, много там такой хирургического момента. Да, может быть, немножко дискомфортен, но это период 3-5 дней, и все, мы как бы дальше двигаемся спокойно. Непривычно, кушать надо аккуратно, меньше аккуратно. Все, кто одевает брекеты за первую недельку, так поэтому, если хотите подготовиться к купательному сезону, он скоро, можете клеить вот так, 5-6 килограмм гарантирую. Слухай, а еще, я колись... Чув про історію, що одна моя знайома носила брекети приблизно 5 чи 6 років. Є такі строки, адже я знаю, що там рік, півтора роки. Все індивідуально і залежить від складності. Почему 5? Я можу зі своєї точки зрения, не видя кейса, сказати, що або вона дуже рано одягла, то есть и не позволяла ситуация снять, потому что у нее не прорезались все зубы, и там, потому что очень некоторые любят одевать деткам рано. Мы, к примеру, если одеваем частичную брекет-систему, пациент поносил, потом как бы дали какой-то эффект, мы ее сняли. Но многие, как бы, вот это может какие-то старые методики, или это выбор каждого врача, ну, носят до того возраста, когда не сформируется полностью как бы прикус постоянный, и будет замедляться скелетный рост. 5-6 лет, может, она редко приезжала, может, за границей жила и посещала ортодонта раз в год. Ну, я так с ней не спілкувався. Вот, да, поэтому у нас есть пациенты, которые раз в 3 месяца приезжают, вот и там с Италии, вот буквально вчера была пациентка, которая, ну, не может она, но 3 месяца это хороший срок на самоаллигирующей брекет-системе, чтобы хорошо двигалось лечение. И это где-то 2-2,5 года. Я бы сказал, что среднее ортодонтическое лечение 1,5-2 года. Но дальше все же говорю, или чуть меньше, или немножко больше. Но 5 – это очень много. Это что-то там было, какая-то запутанность. Можливо. А что до прикусу та видалення зубов? Удаление, ну, я как бы характеризую несколько основных причин удаления зуба. Это разрушенность зуба, которая уходит под десну больше, чем на 3 мм. Это трещины, которые это абсолютное показание. Нету там попробовать, как многие любят что-то, нету чего пробовать. Вот. И если касается прикуса, то есть если мы делаем полную диагностику, смотрим КТ, смотрим и просчитываем, хватит ли места. То есть, как бы, почему наши программы позволяют нам просчитать и увидеть будущую улыбку уже как бы ровной.
и хватит ли места для той восьмерки. Как правило, чаще всего они удаляются. И лучше это сделать, потому что лучший возраст для ортодонтического лечения – это там 12, 13, 14 лет, в зависимости от того, как формируется ребенок, потому что уже у нас появляются седьмые зубы, уже как бы уже заканчивается как активный скелетный рост, и картина понятная. Вот. И тогда мы все это высчитали, просчитали, смотрели, нету места. Тогда, конечно, направляется на удаление в зачатках, пока они еще ничего не подвинули, не испортили. 12-13 років – це ваші теоретичні… Нет, это не теоретичні. Пацієнти, ні-ні. Це сказав про те, що з дітьми ви не працюєте. Нет, це вже не діти. Лечение дітей. А. Ортодонтия у нас, как бы, да, да. То есть именно мы говорим, я говорил о лечении детей, угу. Там, там пульпиты, кариесы в медикаментозном сне. Касательно ортодонтии, у нас и взрослая, и детская, да. А, тут, все, да, я просто хотел. У нас нету детского доктора, да, который у нас есть на это лицензия, специализация, но у нас нет детского доктора на данном этапе, который у нас работает. Про виниры. Зараз всі хочуть. Да, я хочу. Наскільки це актуально, наскільки це потрібно. І ці всі страшні історії про те, що постійно потрібно буде щось робити, щоб були вініри, адже там якась певна частина зубу, вона запилюється, стають тонкими ці зуби. Це все правда? Ну, все относительно, где-то да, где-то нет. Начнемо спочатку і скажемо пару слов, ну, що таке вінір. Я бы сделал так, есть керамические реставрации. Вот. Это может быть разные конструкции. Полная анатомия, как люди привыкли называть коронка. Ну, коронка это была там металлическая, то есть керамическая реставрация. Есть винир, то есть это есть там накладки, которые там на жевательные зубы. Это вот все вид керамической реставрации. Это да, сам винир классический, это тонкая пластинка, которая или заходит за режущий край переднего зуба, и как может перекрывать, может не перекрывать. Она покрывает, будем говорить, переднюю, вестибулярную часть нашего зуба и придает вот этот красивый вау-эффект. Не спиливать, есть ряд работ, ряд классных постов от крутых докторов, когда, ну, просто банальный пример, вот у нас есть размер своего зуба, мы хотим не спиливать и сверху наклеить, ну, будет лошадь. Ну, так, ну, это станет больше. Так. Если, там, к примеру, у нас у пациента там микродентия, маленькие зубы, там, диастемки, тремки, да, это, наверное, может и то. Микропреп, снова же, у нашей эмаль в разных моментах достигает там толщины 2 мм. Самый тонкий винир может быть 0,2-0,3. Но 0,2-0,3 я должен все-таки взять. То есть почему особенность, наверное, виниров в том, что они... Если все сделано правильно, максимально точно, все, то есть переданы наши оттиски, техника это все сделала. И когда мы его меряем, он там не должно быть зазор, то есть все максимально плотно. То есть и между зубом и виниром, то есть там практически, ну, там микроны этого зазора. И если мы клеим в адгезивном протоколе, а именно керамические виниры можно клеить в адгезивном протоколе, вечного ничего нету, но его можно только спилить. Он не сколится, не отпадет. Ну, если вилку погрызть, конечно, пациенты иногда... Да, хлебушек. Да нет, я не, не хлебушек. Я промахнулся, говорю, все, говорю, понял, ну, чтобы мы понимали, как с чем работать. Поэтому это очень крепко и надежно. Что может произойти со временем? Первое – это гигиена. Если пациент не следит за гигиеной, он снова же не отклеится, будут проблемы с деснами, потеряет эстетический вид. Что произойдет со временем? У нас у всех физиологически стирают, убывает костная ткань и немножечко слизистая. То есть может приподняться и быть, ну, снова же, если улыбка открытая у нас и широкая, то может быть видно вот этот эстетический диссонанс. В целом, да, если ты их снимешь, надо будет делать новые, потому что мы все-таки что-то спиливали. Такой момент есть. Но как некоторые любят спиливать по миллиметру, по полтора. Да, есть показания, когда надо, или зуб был там полностью композит. Я должен снять композит, в идеале оно у меня должно, если это толстый слой, заменить, реставрацию. То есть зуб должен быть такой идеальный, подготовленный, красивенький, чистенький, без каких-либо моментов. Тогда это все, если точно сделано, это достаточно долго. Я видел работы такого человека, на которого я равняюсь. Вот он для меня такой, это Массарони, это в Италии профессор. Я видел его работы 25-летней давности. Они до сих пор актуальны, красивы, и ничего им не надо делать. При условии классной гигиены. 25 років. У нас залишилась одна хвилинка про гигиену. Хотів запитати. Саме ми всі знаємо, що двічі на день потрібно чистити зуби. Саме важливе. Щоткой, пастой, ірригатором, без ірригатора і зубної йоршки. Тобто у тебе зубна ніть – це скора допомога, вона у тебе є. Деткам класно зачищати зубну ніть, але ірригатор і йоршики – це от тот еталон, которым ти можеш добитися. Ти почистив зуби щоткою, взяв йоршик, а у тебе нальот між зубами. Є така історія. Поэтому это
самое важное, гигиена. Я лучше бы занимался бы осмотром и вообще работал не стоматологом, если бы у людей не болели зубы. Я только за это. Пусть чистят и приходят со здоровыми. Я посмотрю, улыбнусь и поцелую. Саме це мені хотілося б зробити після сьогоднішнього ефіру. Іди до мене, будь ласка. Неймовірно круто поспілкувалися. Час промайнув просто супер. Ось туди, будь ласка, подивись. На сьогодні це все. Наш диван добіг до кінця. Поруч зі мною протягом цих 20 хвилин був лікар-стоматолог Ігор Меладзе. Дякую, Ігор. Ще раз. Дуже приємно. Дякую. Туди подивіться та кажіть всім бувайте. До свидання.